Улипок прошел показ спецтехники Главным управлением МЧС по Саратовской области. Сотрудники ведомства провели для желающих экскурсии и продемонстрировали, как работают специализированные машины. Мероприятие было организовано в рамках месячника гражданской защиты. Его цель – предупредить всех жителей о риске пожара в преддверии отопительного сезона. На показ собрались около 1000 школьников из учебных учреждений Саратова, а также все, у кого выставка техники вызвала интерес. Детям нужно знать это постоянно. Конечно, хотелось бы это проводить почаще, но у нас ограниченное время. Вот. Сегодня по плану у нас город Саратов, завтра будет город Энгельс. Вот. И еще мы будем ездить по району.